вторым четыречим. Вы называете по одному слову. Я вам кидаю мячик. Вы называете, какую часть речи вы знаете. И кидаете мяч другому. Передавай мяч. Я знаю. Прилагательное. Я знаю существительное. Прилагательное. На речке. Предлог. Кидай там. Ну, кидай. Не давай. Хорошо. Дальше. Называем имена существительные на тему весна. Имена существительные по теме весна. Дождь. Ну давай. Девочка. Листья. Да. Грибы вообще тлен. Нет. Ну нет, это град. Что? Град. Град летом, да. Гроза. Я называю предмет. В одном числе вы называете во множественном. Мне слоник, пожалуйста. Мне слоник. Капля. Ну давай сюда. Дождь. Дожди. Гроза. Грозы. Весна. Весны. Огурец. Огурцы. Ухо. Эйзи. Называем прилагательное. Красивый. Красивый. Нет. Другой прилагательный, любой. Называем, повторяем прилагательный. Умный. Тупой. Острый. Тупой. Острый. Безмозглый. Ну да, безмозглый. Светлый. Темный. Ладно, чувак! Коричневый! Дай мне! Голубой! Чуть-чуть, девчонки, подышь, вы так встали? Коричневый! Я уже сказал коричневый! Золотый! Сиреневый! Золотой! Так, все, Миша, начинай главное бежать! Дальше. Прыгать. Называем местоимение я. Я называю предмет живой природы. Хлопаем один раз. Предмет неживой природы. Два раза. Мяч. Куст. Два раза. Живая природа. Облако. Какая природа? Живая. Нет. Не живая. Живая. Не живая природа. Гроза. Один раз. Два раза. Два раза. Не живая. Не живая. Не живая. Борода. Никто же играет. Камень. Река. Два раза. Яблоко. Один. Слоник. Один.